вперед. Зобнит. Глушаков подхватывает мяч. Роман Зобнит. Глушаков! Глушаков! Денис Глушаков забивает первый чемпионский домашний гол Спартака. И как же это символично, как это символично. Повезло мне с тобой, Таня. Вот у всех девчонки как девчонки, а моя футбол любит. Да, я такая. Да как на это вообще можно смотреть? Алло? Да, да, прямо сейчас? Хорошо, все, я выезжаю. Таня, все, я уезжаю срочно на работу, сегодня меня не жди и завтра тоже меня не жди. Привет, подельщица. Привет. Ну что, рассказывай, что у тебя случилось? Он не работает, не знаю, что делать. А интернет проверяла? Нет. Ну, интернет работает. Ну не переживай, сейчас разберемся. Давай. Так, говоришь, Артем резко сорвался на работу? Да. Может быть, задел кабель? Давай проверим. Так, дело не в кабеле. Давай попробуем перезагрузить приставку. Выключим и включим питание. Дело не в приставке, Танюш. Где пульт от телека? Вот, на. Давай. Сейчас попробуем поменять источник сигнала. Вот, смотри. Ира, ты гений! Давай смотреть матч. А матч уже закончился. Эх, подруга, я, конечно, не любительница футбола, но я знаю, как на Ростелекомском интерактивном телевидении посмотреть прошедшую программу. Покажи. Нажимаем ОК. Переходим на любимый канал. Нажимаем на большом круге кнопку вверх. Выбираем телепрограмма. Ищем игру любимой команды. Нажимаем ОК. Смотреть и ОК. Тем руководителям Спартака, которые построили этот клуб, мы обязательно должны... Ира, как я тебе благодарна. Смотри, можно перемотать вперед и смотреть с нужного момента. Да, покажи. Попробуй. Да. Просто пни! В эти ворота просто! Вперед, Зобнит! Глушаков подхватывает мяч, Роман Зобнит! Глушаков! Глушаков! Гол! Видите? Глушаков! Забивает первый чемпионский! Сейчас я перемотаю, еще раз посмотрим. Подожди, сейчас.